Никаких декораций и минимум реквизита. В приглушенном свете софитов, один на один со зрителем. Пустое пространство сцены наполняют творческие эксперименты и новые художественные решения. Бакинский фестиваль экспериментальных спектаклей объединил самые яркие студенческие работы и новаторские постановки известных режиссеров. Фестиваль предназначен для того, чтобы определить импульс, пульс сегодняшней молодежи по отношению экспериментального спектакля. Есть очень много интересных работ, которые нас очень радуют. Есть специальные спектакли, которые поставлены для нашего фестиваля. Курсовая работа студентки Азербайджанского университета культуры и искусств, постановка «Небесная» по пьесе молодых российских драматургов Алексея Щепанова и Андрея Абросимова заняла свое место в программе фестиваля. И это неудивительно. Спектакль с успехом был представлен на родине, а совсем недавно был показан и в Санкт-Петербурге. Очень трудно поставить моноспектакль. То есть с одной актрисой это очень было сложно. И даже мне Джанет Ханум, мой мастер, сказал, что ты точно уверена, что ты будешь ставить моноспектакль? Я сказала, да. Мне очень повезло с Миланой Соколенко. И вот мы поставили этот спектакль. Мы его сдали как экзамен, он всем понравился. Потом, благодаря центру «Я рад», мы показали на их площадке, и мы просто, учась на четвертом курсе, мы решили дать заявку на фестиваль «Рождественский парад». Это международный фестиваль в Санкт-Петербурге. И как ни странно, мы прошли конкурс, и, честно говоря, мы были очень удивлены. Знаете, они никак не ожидали. Они не ожидали, во-первых, такого спектакля, можно сказать, модерн. Они не ожидали, что приедут молодые девушки из Баку и покажут такой спектакль. Нам прям так и говорили, что... И, конечно же, они были... Вот зрители оставались и говорили нам, что они получили колоссальное удовольствие. И они... Всего в программе 18 спектаклей, в том числе и гастрольная постановка Государственного театра «Кутаиси». Фестиваль проходит во второй раз после долгого перерыва. Он посвящен памяти азербайджанского актера и режиссера, основателя авангардного театра «Юг» Вагифа Ибрагимоглу. Показы спектаклей проходят на главных сценах столицы. Продлится фестиваль до 9 марта. Фидана Гуи, Лейла Курбанова, Фируз Рагимов, CBC.